эгоизм, самомнение, породит много зерен лжи. Эта ложь будет, всегда помните, ваш эгоизм, ваши самомнения рано или поздно приведут к тому, что те люди, которых вы любите, которых вы обожаете, это дети, жены, мужья, близкие, родственники, соседи, там кого угодно, кого вы любите, это рано или поздно эти люди вас начнут предавать. Вы должны знать, эгоизм-самомнение, дальше ставите длинную такую полосу и ставите предательство. Если вы хотите, чтобы ваша жена изменяла, поставьте или оденьте на себя корону и начните. Вот почему женщин очень часто предают мужчины? Потому что очень коронованный это все для меня, он сожден для меня, он рожден для меня, он все делать должен для меня. Я самая красивая, самая модная, самая великая, самая моя, там, я обнимаю сильнее всех, я целуюсь там лучше всех. Он от меня никогда не уйдет, пусть мне все подчиняются, пусть мне все служат и так далее. Это очень плохо. Я знаю больше всех, я имени меня, в честь меня, для меня, ставьте тире, вас уже обманывают. Можете в этом даже не сомневаться. Вам говорит это маг, который разбирается в жизни, не совершайте таких ошибок. Нельзя говорить о верности при великой амбициозности. Поэтому, если вы хотите, чтобы близкие вас не предавали, не будьте эгоистичными, не будьте людьми, которые взращивают в себе тотально самомнение. Сейчас как жахну, говорят, или там, я такая особенная, я сразу ничто и сразу все.